Пан Джемілєв, ви з нами на зв'язку? Добрий вечір. Я вас чую. Добрий вечір. Трошки, якщо можна, голосніше говорити, тому що нас, вас дуже погано чути. Перше, яке ваше ставлення до того, що сьогодні прийняв кримський парламент? Ви маєте на увазі Конституцію Республіки Крим? Я далеко от Крыма, далеко от Украины зараз. Я не знаю, что они там приняли. Что вы имеете на увазе? Але ви знаєте, що були прийняті ці зміни в Конституцію, згідно якої тепер Крим є частиною Російської Федерації? По тексту Конституції, по-моєму, Мінзис Кримського татарського народу должен був зробити заявлення. Я цього заявлення поки ще не бачив. Но я вам скажу такую вещь. А в целом оппозиции крымских татар. Судя по тому, что более 99% дружно бойкотировали референдум 16 марта, они не приемлют факт аннексии Крыма, факт присоединения Крыма к России. Это однозначно. Но есть также мнение о том, что скоро так случилось, а Украина не может нас защитить, а мы сами не в состоянии воевать с Россией, мы не собираемся там 300 тысяч бросать под российские пули. Давайте будем участвовать в той или иной мере в этих структурах, пока не разрешится этот вопрос. Хотя вот эта точка зрения тоже очень оспариваемая. Другие говорят, ни при каких условиях мы не должны сотрудничать с этими оккупационными властями. Что теперь касается Конституции? Если там есть слова о том, что Республика Крым является составной частью России, это совершенно неприемлемо для нас. Поэтому мы должны сейчас, с вашей точки зрения, исходить из того, что мы являемся коренным народом Крымского полуострова, а это принято специальное решение Верховной Рады Украины, и с точки зрения декларации прав коренных народов мы должны самоопределяться. То есть мы можем как-то делегировать, скажем, исходя из сложившегося факта временного пребывания Крыма в составе того или иного государства, своих представителей для решения своих внутренних вопросов, но сохраняя при этом свое украинское гражданство. Если на эту позицию российские власти согласятся, то возможно какое-то сотрудничество. Не то, что сотрудничество, а участие крымских татар в управлении автономной республики. Если нет, то это уже, видимо, будет означать конфронтацию. Господин Джемілєв, а скажите, пожалуйста, в общем, настроение, которое сейчас есть у крымских татар, и вообще вот отношение к тому, что сейчас происходит в самом Крыму, сильно ли поменялось взаимоотношение между крымскими татарами и местным населением, и, ну, будем говорить так, оккупационными войсками или представителями Российской Федерации? Но такого открытого противостояния пока нет. Хотя, конечно, есть очень такая большая напряженность. Но четко вот сказать, какая там сейчас атмосфера, ну, немножко затрудняет, потому что я 2 недели уже в заграничных поездках, пока никак не могу попасть в Крым, но на этот вопрос я как бы более четко не могу ответить. Но однозначно то, что у крымских татар сейчас какой-то процесс ожидания, что будет. В то же время, конечно, много тревоги. Уже то, что там многие крымские татары выводят в свои семьи, а потом сами возвращаются. Это говорит о том, что люди готовятся к чему-то нехорошему. Понял. Дякую вам дуже.